премиально в этом году дадут, да, нам, да? Слушай, даже не знаю, вот да. Новогодний корпоратив, как думаешь? Да, корпоратив была Таиланда. Пирожки одно еще. Ага. На лавере маха. Хорошо. Молодые люди, вам вместе посчитать? Блин, вот так сейчас скажу отдельно, черт тебе более поет. С другой стороны, уже вот так третий раз делает, халявщик. На шею посадил, елка-нека. Еще молчит типа-типа. Нет бы, сказал бы, сам оплачу. Че стоит, ищек тисич. Еще первый, второй заказывает, а его не имеет. Да, вместе. Ой, че, я же могу заплатить за себя, есть деньги. Ой, не надо, ты че, мне издеваешься, что ли? А, ладно, хорошо, рахмет. Бля, осы неге нет, дедым, интеллигент поп, а я гаснан. Конечно, заплати, демедн бах, хуас не сен. Че про там бизнес-тренингом? Да нет, нормально, нормально. Че, можешь за себя заплатить? Эй, нет, ты че, издеваешься, что ли? Нормально, да, все? Нет, нормально, че. Ашқарақ неме, қалай интересно тамақ батып жатыр екен? Маңқа десеш, үстіп банкрот болатын болдық. Ненавижу. Наконец-то до меня добралась моя вот такая пижама. Мягкая, такая красивая. Блять, я не хочу кайфовать от пижам. Меня мои трико устраивали с оттянутыми коленками. Подумаешь, мне всего лишь за 30. Ну, в следующем году будет 40. Хотя, если вот так приглядеться, здесь очень красивая окантовка, текстура хорошая и спину не задувает. Камеру вырубай нахуй. Салам алейкум, я что-то нарушил, да? Конечно, нарушил. Давай, выходи сейчас, это, оформлять будем тебя. Давай, давай, чё? Ну чё, Коб Жасаров, нарушаем, что ли? Водить не умеем, получается, а? Да не, ага, умеем. Ну, блин, ну, так получилось. Может, договоримся с вами, а? Блин, ты чё мне такое предлагаешь? Я сейчас минимум вот так вот, ты знаешь, вот столько сейчас. Минимум да. Это. Ага, ну это же слишком много, ё-моё. Ну давайте, ну, ни вам, ни мне, ну, вот так вот. Ты сейчас, если со мной дальше торговаться будешь, я вот так вот вообще сделаю. Хочешь, да, чтобы я вот так вообще сделал, нет, а? Нет, нет, конечно, не хочу я. Ну, хотя бы, ага, ну, ё-моё, ну, вот так вот. Адам злоен, да. И шарцаешь, и шарцаешь, чё ты как это? Не жадничай. Чё ты думаешь, вот это вот всё мне, что ли, уходит? Вот это и областным уходит. Вот это начальство уходит. Ну, а якио коллега летит. А вот это вот мне остается, понял? Вот что мне остается, блин. Не, ну, остается же вам. Уйди отсюда, ё-моё, все, у меня настроение нету, все, я пошел. Ага, подождите, ё-моё, ну давайте договоримся. Не иди за мной, я тебе говорю. Нет, ну... Марш, не иди за мной, ну, понял? Ну, все. Ну давайте к чему не придем, ага. Ты не понимаешь, что ли, ё-моё? Ай, только не болевой, ага, вы же должны полномочия превышать, ай! Полномочия превышать. Ай-яй-яй, вы чё, рестлинг, что ли? Ай-яй, ё-моё! Образовательная школа ментальной арифметики без саусак. Бар-яка-ыщ, мы вам поможем договориться. Американская семья. Джон, ты себя очень плохо вел. Ты сегодня не будешь спать со мной здесь. Ты будешь спать на диване. Почему, дорогая, прости меня? Нет, нет, я очень обижена. Нет. Казахская семья. Джанибек, я очень на тебя обижена. Ты не будешь со мной сегодня спать. Ты будешь спать на диване. Эй, Аузенджа, сама будешь на диване спать. Я обижена, я буду спать здесь, а ты будешь там спать. Жан, я ж пошутила, Жан. Давай. Одышка, температура? Да, надышка, температура, что это? Ну это корона. А, брат, корона у тебя, да, коронавирус. А подожди, он же это, вакцинировался, да? Ты вакцинировался? Два раза, говорит. А, у него еще одышка, да, наверное? Одышка есть? Да, есть. Дельта-штамм, это точно. Дельта-штамм, брат, не коронавирус, mm-hmm. Дельта-штамм. А, слушай, дети есть у него? Да, есть у него дети. Они болеют тоже? Слушай, у тебя щегол болеет? Да, кстати, болеет тоже. Омикрон. Омикрон, брат. Омикрон, все, железо, омикрон, вот, да, брат. Да. А? Да, но он спрашивает, это, может, грипп? Грипп? Я тебя умоляю, ты что такой древний? Грипп, когда это был? Сейчас нет такой болезни вообще. Ты да? Что? Конечно, корона это 100%. И вот эти штаммы разные всякие. Брат, пусть к врачу идет один из трех штаммов, точно. Короче, ты пока омикроном лечись, братан, да. Сейчас, а то сейчас четвертый сейчас придумают они, да. Абсолюбитрон или там автобот, что-то, брденьги. Вчера в Дубае заказал жене шубу-норку. Дорогая, наверное. Конечно, лям туда, лям сюда, понимаете. А у вас, я смотрю, уставшая шуба, да? Жизнь не повидавшая. Так это же шуба-халат. Я когда по соседям хожу, накину на себя, не жалко. Ну, у моей жены тоже 7 шуб. Эх, называю неделька. Походу, и Новый год у меня будете встречать, да? Пойду сварю новогодние макароны. Будете? Да. Давай. Перестань думать, что ты страшный. Ты страшный, но перестань думать об этом. Все окей?
Здрасте. Ну все, 2385 получилось. Перевод есть, да, у вас? Конечно, вот номер. А что-то интернет здесь не ловит. Как не ловит? А можно я на улице сейчас перекину? Хорошо, сейчас там получше ловит. На улице. Ладно. Да, чуть дальше отойдете, там будет ловить, думаю. Девушка, это вы-то в тот раз должны были скинуть деньги и так и не скинули. А, я, короче, запарилась, я вышла, там не ловил, я забыла вы. Если что, вместе посчитайте все прошлым разом. 3000 ровно получилось. Вот номер. Что-то опять интернет не ловит. А мы этот Wi-Fi подключили, можете подключиться. Wi-Fi? Мелочь. Девушка, стойте! Вы в тот раз не оплатили! А? Салам, пацаны! О, какие люди! Че, давай чем закатаем, брат? Не-не-не, я так чисто поздороваться зашел. Да ладно, уже создали мы здесь все. Не-не-не, пацаны, я этот. Это ты каблук конкретно? Не каблуки! Да каблук ты! Не каблуки! Конкретно завтра в баню пойдешь? Не знаю пока. А это че? Ладно, пацаны, я пошел. Общий. Жан, я хотел поговорить. О чем? Завтра мы, ну, точнее, мои друзья идут в баню. И я хотел тоже. Где? А здесь 200 метров от моего периметра. Ладно. Хотя баня, говоришь? Надо поменять. Кажется, большой будет, да? А вот этот нормальный. Че, как? Не жмет? Небольшое? Нормально, нормально. Хорошо, завтра в баню пойду. Братан, сумой. Ты чего с машиной идет? Че, калай карап пересын, бля? Аукс бар ма? Бар, бар, е. Ал. Е, братан. Та бірден карап переоч машинады. Е, аварийка жасай ма? Жасайт, жасайт, не? Все, братан, ал. Е, братан, кумаш тағы да дұрыстап конкретно қарап берш. Е, мында неше душағы бар екен көрдің ба? Е, төртеу ғо. Енді ал немесе, мында төрт мотор бар. Каждый дөңгелекке бір мотордан. А, серьезно ма? Да. А, все-все, братан, рахмет, сау ол. Хабарлас. О-на-на-на, төрт мотор. Все-все. Слушай, ты на Новый год родителям подарки купил? Блин, нет, забыл. Ладно, потом возьму как-нибудь. Ты че, это же родители, это родные люди. Как ты можешь о них забывать? Блин, серьезно. Давай сейчас я что-нибудь куплю. Подожди, сейчас. А ты Мирману Нариману купил подарки? Да зачем им? Мне что ли дарят? Ты что, дурак что ли? Это родные люди. Родных людей нельзя забывать. Давай сейчас я схожу. Это Нариману с Мирманом. Uh-huh. Это вот Багдату я взял. Кенджу тоже вместе учились, это я Жамиле взял, помнишь, соседка наша? Это на ресепшене женщина же сидит, тоже подарки. Да, тетя Света. У Серика жалобы, угу. Ему собаке тоже подарки купил. Так вот, единственное, это на твой подарок денег не хватило. Видишь, сколько подарков? Ладно, на старый Новый год тебе подарок куплю. Короче, 40 килограммов, 4 подхода и все, наверное. Братан, много раз, давай договоримся. В смысле договоримся? Давай по 15-2 подхода сделаю, а души. Твой не пойдет так, ты че? Она делает, нормально делает. Братан, на ней не пойдет, давай делай, давай. Или не сдавай, братан. Давай. Сейчас, сейчас, подожди. Куда пошел? Братан, на, общайся. Ой, не буду я ни с кем разговаривать. Братан, не, я не буду. World class. World class. Алло. Все, понял. Давайте по минималке дам мне домой еще. Все, хорошо. Да, нормально, по минималке сделал. Да, по 15. Все, хорошо. Мяна балдарга айтам да. Левый дага душкан сатып жерде, одан да правый дага екі адушка алсаң сол саған былай жетеді дедім ғой. Олай болса баяғыдан бәрі бизнесмен болып кетпей ма? Қазір ет қымбат, ауылға барып мал ұстау керек. Тем более анау үкімет көмектесіп жатыр. Ану көрдің ба анау қайыргелдің баласы? Жап жаңа кастингте жүндер алып келді ауылға. Сол субсидияның арқасында. Ей, қатындата береді олар сені. Сені береді екенсің телевизорда айтатын нәрсеге. Ей, елімізде өп-үлкен жер емес пе? Ей, мастан десең бір сүбәбі, не бір кішкентай жерді таба алмайсың ғой. Сатып алайын десең бір телешке шөбің 70 мыңнан масқара ғой анау. Ей, емтізінің доңғалақтары 400 мың дейді. Ей, мына ужас қой мына ужас. Әй, өй, өй, сен тыңдама, қоямын. Ажыған шалдар сөйлей береді ғой. Сен мені түсіріп отырсың ба?
Ертең WhatsApp-тан интернетте прикол болып жүрмейді ғой. Қалай түріміз нормальный ма? А? Анекдот. Как-то раз немец, русский и казах.